见他，从此后心事没停止喧哗，本是逍遥自在身，他却在心上落怎么参得透缘分，爱他深邃的眼神，画下一圈圈年轮，长相厮守心上молодая госпожа, где вы были? Молодого господина здесь нет, верно? Молодой господин рано ушел. Хотите встретиться с ним? Где ты была? Тебя не было целый день. Я никуда не ходила. Разве у меня не может быть маленького секретика? Что с тобой сегодня не так? Ничего такого. Майсян, да. Разве у нас нет дел? Пошли быстрее. Быстрее, иначе опоздаем. Пошли. Хорошо, что быстро ушли. Иначе я не знаю, что бы ответила дьяволу. Какая трата. Что случилось? Зачем ему портить такие хорошие вещи? Пошли, посмотрим. Третий господин, ешьте, пожалуйста. Если вы откажетесь по-прежнему есть, глава и госпожа узнают и накажут нас. Дурная привычка бросать вещи, прямо как Сун Цинь. Каким бы он злым ни был, он не может разобраться с этим. Лучше бы обменял их на деньги и отдал мне. Третий господин, что случилось? Почему ты такой злой? После того, как третий господин вчера встретился с Миссон, он остался в своей комнате один и отказывается есть. Мы тоже не знаем, что произошло. Ты можешь злиться, но вазы-то зачем разбрасывать? Откажешься от еды, наверняка заболеешь. Но если глава узнает об этом, он заболеет из-за того, что беспокоится. Правильно? Кто привел сюда эту сумасшедшую? Убирайся отсюда, уходи! Ли Цзинью, Сун Цинь что-то сказала? Это не важно. Я тебе скажу, если будешь таким своенравным и ничего не будешь есть, люди скажут, что ты маленький ребенок семьи Ли. Младший дядя. Молодая госпожа, младший дядя. Младший дядя. Младший Правильно. Дядя. Я просто ребенок. Хорошо, младший дядя. Перестань истерить, хорошо? Последуешь моему совету? Я тебе обещаю, что Сун Цинь выслушает тебя. Ну как? Что ты думаешь? Что?
Что именно с тобой случилось? Вы поссорились с Миссон? Ссора — небольшое дело. Так много хороших девушек. Кроме того, ты еще молод. Правильно? Ты молод. Вся твоя семья молода. Ссора — это ничто. Я не забочусь о ней. Убирайся отсюда. Подожди. Молодая госпожа. Почему ты такой злой? Никто о тебе не заботится. Маленький третий господин. Вы, должно быть, раздражены из-за молодой госпожи, молодой господин. Нет, я просто занят. Хорошо. Молодая госпожа несколько дней не появлялась во дворе Сяо Фэн. Мы только что встретились, но она словно пряталась от вас. Вы что, поссорились? Нет. У нас все было хорошо. На обратном пути в лодке мы даже... В этой ситуации это... Позвольте мне проанализировать это для вас. Может, это опасный период молодоженов? Или... Может, это период безразличия? Период безразличия? Точно! Молодой господин, я скажу вам. Моя сестра и мой зять были такими. Когда они были влюбленными, их чувства были так хороши. Но после того, как они поженились, они не были так близки, как раньше. Помимо некоторых ссор, казалось, что они устали друг от друга. Устали? Мы просто спали вместе и... Не волнуйтесь, молодой господин. Это всего лишь мое предположение. Молодой господин и молодая госпожа такие милые, у вас не может быть такой проблемы. Позвольте мне подумать еще. Амао, ты знаешь, как сделать девушку счастливой? Как я могу знать, молодой господин? Я весь день занят делами. Ты такой бесполезный. Я подумаю об этом, подумаю. Сделать девушку счастливой. Счастливой. Молодой господин. Молодая госпожа дарила вам какой-нибудь подарок? Ну да. Если девушка дарит подарок по собственной инициативе, разве это не значит, что она хочет, чтобы вы ей тоже что-нибудь отправили? Но что обычно дарит мужчина? Обычно мужчина дарит... Деньги! Как насчет того, чтобы послать ей денег? Молодая госпожа очень любит деньги, она должна... Буду думать больше. Пошлите ей еды. Тушеные свиные ножки. Разве ей не нравился суп из рыбьих голов? Ты что, не можешь придумать что-нибудь получше? Пожалуйста, простите меня, я действительно не очень разбираюсь в таких вещах. Иди. Почему он так рассердился на меня? Раздражает. Где мой ключ? Молодая госпожа, что вы ищете? Ничего. Мэйсян, мне нужно кое-что сделать. Иди. Да.
Младший дядя. Третий дядя! Уходи! Не мешай мне! Третий дядя. Ну, давай поговорим. Раньше я ошибалась. Ты не ребенок. Поскольку ты помогал мне в семье Ли, я решила, что обязательно помогу тебе в этот раз. Что думаешь? Стратегия исцеления? Сюнсижо, это что такое? Если ты осмелишься обмануть меня, у тебя будут серьезные проблемы. Сюнсижо, что ты делаешь, Сюнсижо? О чем это все? Первое. Очищение. Не смотри ничего, связанного с ней. Не называй ее имени. И не ходи никуда, где она может быть. Третий дядя. Все, что она давала тебе, и все, что ты носил, когда виделся с ней, следует выбросить. Даже если всего лишь волосок. Нельзя хранить. Ладно. А что это? Это все свидетельство моих чувств к Сон Цинь. Как говорится в поговорке, если вы хотите забыть кого-то, кого любили, вам нужно начать новые отношения. Это... Второе. Изменение чувств. Ты все это нарисовала. Не надо меня сейчас хвалить. Посмотри на этих красоток. Разве они не красивее девушек в нашей семье? Эй! Эй! Ли Дзинью, ты скучаешь по мне? Цинь! Конечно, я скучаю по тебе. Третий дядя. Третий дядя! Веди себя хорошо. Посмотри на этих красоток. Твой план просто ужасен. Ну и третье. Это отвлечение. Пять. Вау, я выиграл. Деньги, денежки. Пожалуйста, младший дядя, давай остановимся на этом, хорошо? Еще один разок, еще один. Мы играем в маджонг уже всю ночь. Я даже глаза не могу открыть. Пожалуйста, мы можем сыграть после перерыва. Быстрее. Еще один разок. Мне нужно лишь немного больше усилий, чтобы забыть ее. Поторопись. Еще раз, давай перемешаем. Что ты делаешь? Давай, перемешивай. Где же именно ключ? Где я его оставила?
Почему я не могу его найти? Что ты ищешь? Уже так поздно. Ты очень напугал. Извини, я компенсирую это. Посмотри, достаточно ли этого? Я тебя не виню. Это всего лишь чашки, ничего страшного. Я боялся, что ты можешь пострадать. Ты же ведь девушка. Почему у тебя нет достойных украшений? И я... А где те, что от моих родителей? Раньше здесь была моя мама. И я позволила ей сделать подарки девушкам из павильона искусств. Она вырастила стольких детей. Я должна была дать ей что-нибудь. А если нет, то как же она сможет растить детей? Хотя мои украшения недорогие. Они все очень изысканные. Так что они могут соответствовать статусу молодой госпожи. А это... тоже изысканно. Это моя любимая шпилька. Но она уже сломана. Ты свободна завтра вечером? Если не получишь ключ за 3 дня, я тебя убью. Что? Ты занята? Ничего. Что я еще тут могу делать, кроме еды, сна и прогулок? Отлично. Жди меня завтра вечером во дворе. Мне нужно сказать тебе кое-что очень важное. Эй. Хорошо. Разве вы не говорили, что второго господина научат рисовать? Трата времени на дурацкую траву. Туда, кто хочет, может пойти. С меня хватит. Ли Цзинью! Ли Цзинью! Почему ты бежишь? Мисс, осторожнее. Ты меня не видел? Эй! Вернись! Вернись! Ли Цзинью! Ли Цзинью! Ли Цзинью! Я ушла отсюда в спешке. Это должно быть здесь. Ли Цзинью! Останови ее! Останови ее! Стой! Мисс Сюн, пожалуйста, пожалуйста! Ли Цзинью, стой на месте! Ли Цзинью! Ли Цзинью! Подожди секунду, Ли Цзинью! Я застряла! Прости. Дай мне посмотреть, что ты здесь спрятал. Ты все время был тут. Не делился со мной интересными вещами. Я считал тебя другом. Попроси ее уйти. Ты? Пусть она уйдет. Ты можешь просто уйти. Тебя здесь не ждут. Это не так уж и много значит. Почему ты себя так ведешь? Ты скоро выйдешь замуж за моего племянника. По семейным правилам ты должна называть меня дядей. Для меня большая честь, что ты пришла сюда. Но это неправильно. Боюсь, будут сплетничать. Пожалуйста, уходи. Какой закон в Юньяо запрещает мне встречаться с тобой после того, как я выйду замуж за твоего племянника? Скажи, не можешь, верно? Я знала, что не скажешь. Так глупо. Я просто хотела прийти. О, младший дядя! Я просила тебя принести пару девяток. Почему ты так долго? Я думала, ты в воду упал. Хотела уже кого-нибудь послать, чтобы тебя спасли.
Почему она здесь? Прошу прощения, мисс Сон. Вчера мы с младшим дядей всю ночь играли в маджонг. Мы сыграли много раз, но победителя так и не определили. А теперь, пожалуйста, вернись туда, где ты должна быть, мисс Сон. Нам так нравится играть. Мы не можем ждать ни секунды. Только из-за нее ты прячешься от меня. Ты предатель! Я не собирался прятаться от тебя. Я просто развлекался. Я был так счастлив, что чуть не забыл о тебе. Тебе лучше идти домой. Ладно. Даже если будешь умолять меня, я не буду с тобой разговаривать. Я был неправ. Третий дядя. Поскольку ты принял решение, нужно быть жестоким, когда это нужно. Должен придерживаться этого. Правильно? Забудь об этих неприятных людях и вещах. И впредь. Ты новый третий дядя. Ты можешь уйти. Я хочу остаться один. Не могу уйти. Мне нужно найти... Я должна сделать тебя счастливым. Уходи! Третий дядя! Иди! Снова? Третий дядя! Третий дядя! Открой дверь! Отстань! Открой дверь! Уходи! Я не уйду! Третий дядя, пожалуйста, у меня кое-что важное! Я вернусь! Третий дядя! Где же ключ? Младший дядя меня прогнал. Где я могу его найти? Молодая госпожа! Господин Сон, почему вы здесь? Разве я не могу навестить молодую госпожу? В тот день ты сбежала и оставила меня одного под дождем. Я простудился из-за этого. Я пролежал в постели несколько дней. Теперь я поправился. Должен ли я был прийти сюда, чтобы поговорить об этом, госпожа? Вы простудились? Почему я не слышала, как слуги говорили об этом? В противном случае, я бы навестила вас. Для меня большая честь, что молодая госпожа беспокоится обо мне. Не за что. Господин Сон, уважаемый гость в семье, я попрошу людей позаботиться о вас позже. Я до сих пор скучаю по тому дню, когда ты заботилась обо мне в пещере во время дождя. О чем вы говорите? Пещера во время дождя? Не помню такого. Значит, ты отрицаешь это, молодая госпожа? У меня есть доказательства. Смотри. Это мое! Верни мне! Внимательно проверь это. Ты уверена, что это твое? Конечно, это мое. Ты вор. Украл кулон из белого нефрита, что мама дала. Верни мне. Отдай мне. Ты... Господин Сон, мы во дворе Сяофэн. Не могу позволить, чтобы сплетни испортили вашу репутацию. Хорошо. Поскольку он твой, я верну его тебе. Отпусти меня! Отпусти! Отпусти! Убирайся отсюда! Если я увижу тебя снова, это будет больше, чем удар! Амао! Да! Уведи его! Да!
Ты только что ударил его. Это определенно принесет проблемы. Значит, ты хорошо его знаешь. Дорогой, что ты сегодня делал? Почему ты пахнешь кислотой? Я? Мой дорогой дьявол, ты ревнуешь? Я серьезно. Если он действительно создаст проблемы, я буду твоим свидетелем. Я всем расскажу, что мошенник издевался над моим мужем. И я ударила его. Слева и справа. Отлично. Ты починил мою шпильку. Что? Тебе не нравится? Тогда верни ее. Как ты можешь забрать то, что мне подарил? Надень ее и встреться со мной вечером. Ты услышала? Да. Младший дядя. Младший дядя, почему ты днем пугаешь людей, как привидение? Я не думаю, что твой план сработал. Как он может не сработать? Ты все сделал правильно. Но после того, как она ушла только что, я думал о ней. На самом деле, когда она собирается заплакать, она выглядит очень уродливо. Но когда она смеется с высоко поднятой головой, она действительно красива. Для тебя самое главное — сосредоточиться и идти к цели. Возьми это. На этот раз я буду придерживаться этого. Поиграй со мной в маджонг. Снова? Ты мне поможешь или нет? Хорошо, я помогу тебе. Ли Цзинью, с этого момента мы больше не друзья. Я пойду своим путем, а ты своим. Меня совершенно не волнуют вещи, которые ты мне давал. Отдам их обратно. Вот. Ты. Просто прими наказание. Ни за что. Только один удар. Это мое красивое лицо. Ты не сможешь отделаться. Быстрее, отпусти руки. Ты. Так по-детски. Не понимаю, почему это интересно. Перемешай и продолжим. Поторопись, поторопись. Ладно, ладно. Сунцюжуо, перемешивай. Я знаю, хватит знаю. Хватит уже бездельничать. Быстрее, быстрее, перемешивай. Вот так, вот так. Отлично. Мое лицо. На этот раз я снова тебя обыграю. Давай, сделай свой ход. Три точки.
Вау, я снова выиграю. Делай свой ход. Я выиграл. Ты снова проиграла. Не шевелись, не закрывай лицо. Я нарисую еще штрих. Давай, давай, быстрее. Не рисуй. Младший дядя. Просто признайте свое поражение. Ты... Быстрее, быстрее, еще один раз. Давай, давай. Сыграем еще один раз. Младший дядя, ты как бог всегда побеждаешь. Восхищаюсь тобой. Пожалуйста, позволь уйти. Ты Сон Цинь? Скоро это распространится в Юньяо. Её выгонят отсюда. Отлично, пошли. Нарисуем хорошо, вместе. Хорошо, пошли. Цинь! Ты умнее всех детей, младше 3 лет. Ли Цзинью, что ты имеешь в виду? Подойди сюда, не шевелись. Подойди сюда, Ли Цзинью. Ты можешь догнать меня? Отлично. Я должен нанести тебе изображение союза, Антисюн. Это действительно приятно. Ты закончил? Да, закончил. Отлично. Это глупая девчонка. Почему она заснула здесь? Третий дядя, ты не можешь сдаваться сейчас. Я вдруг обнаружил, что она мне очень нравится. Плохой Ли Цзинью, ненавижу тебя. На самом деле, любит ли она меня или ненавидит? Не имеет значения. Что бы это ни было, я не хочу ее забывать. Подойди.
Что я могу сделать, господин? Найди того, кому можно доверять, и попроси его максимально быстро отправить письмо в столицу. Помни. Быстро. Да, господин. Господин, может попросить кого-нибудь принести лекарство? Не нужно. Все в порядке. Просто отправь письмо. Когда мне еще больнее, семья Ли заплатит больше. Да. Господин, опаздывать на свидание нехорошо. Молодой господин! Молодой господин! Глава попросил вас срочно поговорить с ним сейчас. Пошли. Третий господин. Такой подлый. Так по-детски. Такое... красивое небо. Хорошее время для свидания. Почему он попросил меня встретиться здесь? Ты здесь? Я здесь. Почему ты здесь? Я не ожидала, что счастливая фея не держит свое слово. Прости. Я не могу это нарисовать. Моя мама! Разве это не шпилька моей мамы? Что ты с ней сделала? Отец, ты так срочно меня вызвал. Что случилось? Глава. Мы пришли сюда издалека. Ради дружбы семьи Ли и семьи Сон. Однако, молодой господин Ли с самого начала не относился к этому серьезно. Он даже ударил второго господина Сона. Он посмел совершить такой непростительный поступок. Вы, семья Ли, вообще не заботились о семье Сон? Вы не можете. Вы не можете раздувать из мухи слона. Мы с молодым господином не имели этого в виду. Зачем делать из этого большую проблему? Это не мелочь. Семья Ли должна как следует с этим разобраться. Хорошо. Бинь, объясни девятому господину семьи Сон, что это не так. Отец. Да? Я признаю, что это было правдой. Вы сделали такую ужасную вещь, и вам нисколько не жаль. Вы... Да что вы думаете о семье Сон? Глава. Пожалуйста, дайте семье Сон убедительное объяснение. С тех пор, как семья Сон... приехала в Юньяо, мы относились к вам вежливо. Однако господин Сон был очень легкомысленным и даже унизил мою жену. Семья Сон утверждала, что подружилась с семьей Ли, но много раз нас провоцировала. Прежде чем вы получите надлежащее объяснение от нас, я спрошу, как вы объяснитесь с семьей Ли?
Молодой господин Ли все перевернул. Я был в вашем доме несколько дней, но никогда не встречал своего будущего зятя. Мы не винили вас за то, что вы не были особо вежливы, но ты обвиняешь нас и говоришь плохие вещи о семье. Я проявил доброту к молодой госпоже за дружбу между семьей Сон и семьей Ли. Даже если я сделал что-то неподобающее, у меня были добрые намерения. Теперь молодой господин обращается с этим как с пустой тратой. Я не могу выразить, насколько мне больно. Глава, пожалуйста, отнеситесь к этому беспристрастно. Если вы освободите его, вы не сможете убедить людей. Эй, это слишком. Бинь, извинись перед господином Соном. Отец, я никогда не извиняюсь перед человеком со злыми намерениями. Ты такой... самонадеянный! Как ты можешь это сделать? Ты забыл все хорошие манеры, которым я тебя учил? Вернись и подумай о своих ошибках. Как надумаешь, напиши господину Сону письмо с извинениями. Если не обдумаешь, никуда не денешься! Стража! Да. Уведите его. Да. Молодой господин. Это предупреждение. Счастливая фея, я точно знаю, кто ты. Если осмелишься играть со мной, подумай о безопасности людей в павильоне Юньяо. Сделаю то, что ты просишь, но пообещай, что не навредишь им! Отдашь картину четырех архатов, и я их отпущу. Хорошо, сейчас нарисую. Сделаю это сейчас. Я нарисую ее. Субтитры сделал DimaTorzok.
情越无法抽离。